вторую половину дня потратим на поход к скале Паруса. Уходишь от людей и становится красивее. А вот и цель. Обозначен здесь родничок. По пути есть нудистский пляж. Поэтому, если вы решите тут пойти с детьми, то понимайте это. В отличие от голубой бездны, здесь камень, особенно когда мокрый он темный. Поэтому море здесь реально теплее. Интересно, так порода здесь выходит, и она же вот она. Естественные волнорезы такие. Тем больше вот таких вот вертикальных слоев. Вполне себе пресная. Вот как здесь пробежать и штаны не намочить. Подбежали. Реально, вот это все тоже могло бы, возможно, и было когда-то этими парусами, но сейчас остался один стоять. А что только не выбирать инстаграм фоточек. Толщина 3 человека. И ветер. Интересно, когда она упадет?